рассада лектинелы шероховато используется для заполнения голых участков почвы, создания фона для других растений, выстилания пространства между плитами и создания садовых дорожек, бордюров. Все это благодаря ее зеленым резным листьям, напоминающим папоротник. Растение образует плотный и упругий зеленый ковер в 3 см толщиной. Имеет декоративную ценность, яркая резная зелень листьев сочетается с желтыми круглыми пуговками цветов, которые приобретают багровый цвет в осенний период. Лектинеллу можно высаживать у водоемов, использовать для закрепления склонов, выращивать в контейнере. Лектинелла шероховатая – это травянистый высотой от 35 до 50 см с типом роста карликовый. Цветет растение в месяц июнь и июль. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 0,5 см. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.